Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре вот такая переломная винтовка. Это Stodger X3 Tech Wood. Соответственно, Wood говорит о том, что ложа здесь сделана из дерева. И вы можете обратить свое внимание на то, что винтовка довольно-таки малогабаритная. Ну что ж, посмотрим, что она покажет на деле. Но перед этим обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам в продвижении. Что ж, тянуть не будем. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Модель произведена компанией Stodger и является примером классической компоновки пружинно-поршневой пневматики. Ствол винтовки нарезной и разгоняет пулю до высоких показателей скорости. Стреляет же винтовка, конечно же, теми самыми пулями в калибре 4,5 мм. Но для того, чтобы скорость вылета пули из ствола была как можно выше в том самом варианте винтовки, в котором она поставляется на территорию России, я бы порекомендовал вам следующие пули. А именно Quintor Tornado весом 0,23 грамма или Diabolo M, вес которых 0,28 грамм. Ложи винтовки выполнены из дерева. У винтовки имеются стандартные прицельные приспособления, мушка и целик, которые оборудованы фиброоптическими нитями для прицеливания в условиях недостаточной видимости. Помимо этого, целик можно настраивать под себя в двух плоскостях, что тоже безусловно плюс. Ну и планка для установки дополнительной оптики. Планка «Ласточкин хвост» 11 мм, куда вот вы можете взять и установить вот так же оптику, как это сделал, например, я. Но в комплекте оптика не идет, ее нужно докупать отдельно, но это не проблема. У нас в магазине огромный выбор оптики и прекрасные специалисты, которые в случае чего обязательно вам подскажут и помогут. Предохранитель у винтовки автоматический. Длина изделия 900 мм, вес винтовки 2 кг и 440 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 240 метров в секунду. Но на территорию России винтовки, конечно же, поставляются в ослабленном виде с разрешенной мощностью для свободной продажи и покупки. То есть да, вы все правильно поняли. Чтобы ее купить, не нужны специальные всякие там документы. Чтобы она выдавала такую скорость выстрела, как на предыдущих кадрах, то вот просто приходите и покупайте, или же делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно. Но вам должно быть, конечно же, 18. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же она вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.